5! Есть! Отдайте 5, пожалуйста! Ну, пожалуйста! Студ-дебют сегодня что будет? Сегодня будет краски, эмоции, номера. Вообще первокурсников, и мы все это посмотрим своими двумя глазами. Давайте, давайте смотреть. Я волонтер от Самарского дома молодежи. Отвечаю за координацию гостей. Тебе не обязательно стоять на этом месте, можно отсюда двигаться. Ни в коем случае нельзя уходить. Как же ты за руку поведешь человека, если тебе нельзя уходить отсюда? Только через организаторов или тимлидера. Что делать, если не будет поблизости организатора? Хороший вопрос. Я фотографируюсь. Студенческий дебют. Что тебе понравилось? Кажется, очень потрясающий вокал, шуточки в конкретных номерах. Я из педагогического университета. Где взять деньги на реквизит, на костюмы? Не задавайте этот вопрос пену, пожалуйста, что мы не знаем, где это брать. Что ты здесь делаешь сегодня? Да я просто вот стою и тяну время. Как же изменится твоя жизнь после сегодняшнего выступления? Меня зовут Кристина, я из Самарского университета, социально-гуманитарный институт. Сегодня я веду вот замечательный конференц со своим напарником. Участвовали ли сама когда-нибудь? Да, я являюсь постоянным участником, потому что я себя в этом вижу. Мне это очень нравится. Я очень люблю творчество в себе, себя в творчестве. Они учат тебя, ты учишь их, и это постоянное взаимодействие. Просто пушка. Ситуация такая, что нам сегодня не разрешили никуда заходить. Ни за кулисы, ни в гримерке, никуда. Даже в зал до начала нельзя заходить. А мы сейчас находимся в гримерках. Опасность. Второе имя. Меня зовут Яна, это Валера. Мы выступаем. Расскажи, Валер, как ты сегодня с девочкой контактировал классно, когда тебя попросили? Давайте промолчим, пожалуйста, удалим это. Расскажи про свой стэм, почему ты вообще пришел в него. Ну, мне интересно чем-нибудь заниматься, не только учебой. На этой же сцене выступал Киркоров. Каково это выступать на одной сцене с Киркоровым? Цвет настроения синий. Че, пьяный? Неважно. Где взять деньги на реквизиты, на костюмы? Спонсоры. От девчонок, которые так выглядят, спонсоры звучит очень двусмысленно. Ты что за черт? Здравствуйте, я из СГУ, у нас тут боди-арт. Мы не стесняемся своего тела, мы показываем, как наши художники умеют разрисовывать нас. Что вы там делаете-то? В чем смысл номера? Мы раздеваемся и танцуем. Чтобы попасть на галку, нужно работать везде. И дома, в постели, и в университете, и на улице. Постоянно спать нужно для галочки. Action! Как тебя зовут? Дима. Что ты сделал для студенческой осени своего факультета? Я играл на гитаре на концерте ТФ и участвовал в номере со шляпами в гал-концерте. А что нужно сделать для того, чтобы попасть на этот концерт? Нужно участвовать в стэме, проявлять активность и стараться развивать свои таланты. Просто пришли посмотреть концерт? Я один из волонтеров. Сложно ли первокурсникам выступать на сцене? Как дебют. Рано или поздно все равно человек что-то сделает впервые. И это, что называется, нужно как переболеть, да? Как болеть. Где взять деньги на реквизиты костюма? Надо продать часть волос, вот эту часть. Вот это снимаете, часть волос продаете, как бы, и, ну, получается так. Но и воровство никто не отменял. Волос? Да. Ага, сколько нужно растить волосы вот здесь, именно, чтобы их потом продать? Ну, я думаю, у нас тут весну, у политеха деньги уже найдутся. Вот у нас есть студ-весна. Зачем нам еще студ-дебют? Для того, чтобы люди встречались, показывали свои таланты и СГУ еще раз выиграло. Это только для этого, на самом деле. Мешает ли творчество учебе? Если не заниматься учебой, творчество не мешает учебе. Не мешает. У нас от перенапряжения избытка чувств и такого классного дебюта сломался микрофон, поэтому мы стоим сейчас на сцене, где только что все закончилось, было как? Вот именно так, как ты показала, потому что самые талантливые ребята с самых замечательных вузов нашей Самарской области на сегодня показали свои крутые номера. И надо заметить, первокурсники! Классно, круто, классно, смотрите наши еще выпуски и... Game over.
Больше ничего. Будем перезаписывать.